Вышли организованной толпой. Ребята шли на сенокос. Ну и что, что не складно, зато правда. Зато сегодня солнышко. Пусть трава мокрая, зато солнышко, да? О, Сержик, он всегда у нас деловой. Он сразу в путь. В путь. Ты мой золотой, золотой. Дети мои сладкие. Вот бегал, представьте, бегал и не один, наверное, года два, наверное, бегал. Да, года два, наверное, бегал. Может, и три. У меня вот эта вот пандемия, она меня как-то совершенно ориентир по времени выбила, какой-то безвременье кусок. Ведь поэтому теперь путаю, сколько он бегал, не давался в руки, не гладится, не ловился. А оказался такой милейший человек, привык к своему домику, такой компанейский, быстро со всеми наладил контакт, ну, беспроблемный. О, Серж побежал, деловой. А, поздороваться надо правильно, с Лёликом, с Лохматиком. Ладно, мама пошла по больным кормить.